Гучыць пытанне і ўсяго 30 секунд на адказ. 6 тураў па 6 пытанняў на спартыўную тэматыку ў кожным, а таксама дадатковы рызыкатур. Рэспубліканская інтэлектуальна-творчая гульня «Піянерскі квіз» стала ўжо традыцыйнай. Інтэлектуальнае развіццё моладзі, пачуццё каманднага духу – яе галоўныя задачы. Благодаря нашему центральному совету у нас разрабатываются пакеты. То есть наш педагог получает готовый вариант игры. У них уже много таких. Вот в прошлом году играли, сегодня, в этом году играют. То есть на протяжении всего года ребята могут играть в эти замечательные игры. У нас и квиз, и квест пользуются популярностью у современных школьников. Сярод удзельнікаў рэгіянальнага тура – вучні з Брэста, Кобрына, Маларыты, Камянца, Жабінкі і іншых. Усяго 11 каманд па 6 чалавек. Мы посещаем кружок «Что, где, когда» Шипковской Анны Егоровной, и поэтому мы разбирали какие-либо вопросы и тем самым подготавливались к этой игре. Я думаю, что если другие команды выиграли в своем районе, то они будут являться достойными соперниками, но также я верю в свою команду и то, что мы можем победить. Таксама падчас квізу стартавала міжнародная акцыя «Падары кнігу». Да прыкладу, піянерская дружына імя Карбушавы з Маларыты перадала па пошце кнігу пра наваколлі свайго горада сябрам у горад Разань. Передаем книгу о Маларите и ее окрестностях детям из Рязани, нашим сверстникам, чтобы они, скажем так, ознакомились с нашей культурой и нашим творчеством. Рэгіянальныя этапы піянерскага квізу таксама пройдуць у Пінску і Баранавічах. Тры каманды, якія набяруць большую колькасць балаў, атрымаюць права прадставіць нашу вобласць на рэспубліканскім этапе гульні, які адбудзецца ў Мінску 18 лютага. Анастасія Кудзіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.